Дорогие друзья, с вами проект Guitar Cult, и сегодня у нас в гостях человек-гигант, который подмял под себя всю рок-тусовку, как московскую, так и подмосковную, который, помимо прочего, является еще и вокалистом, и гитаристом, и первоклассным звукорежиссером Руслан Масленников. Привет, Руслан. Здорово. Итак, Руслан, расскажи, с чего началось твое повальное увлечение музыкой, причем в таких масштабах? Началось оно с того, что я посетил первый в жизни концерт, находясь именно в этом заведении, где-то лет так 25 назад. Вот. Попал на грайндкор концерт, грайндулечка звучала, то есть, да, я понял, о, да вообще, это же как же это круто! Прям, это же просто прям кишки. Вот. И, ну и постепенно началось там попутное усовершенствование слуха через группу Metallica и Pantera, то есть вот как бы это вот мои как-то самые такие вот были на тот момент знаковые коллективы. Ну и соответственно дальше я впитывал все, что ну, попадалось мне под руку и там ласкало мой слух. То есть если там не нравилось, там есть какая-то мелодика, там доля экстремальной экспрессии, все, это было мне как бы по зубам. И собственно я собирал эти кассеты польские с оранжевой вставкой. Вот, такие, у меня прям все было завалено кассетами. Вот, ну и попутно начал осваивать инструмент гитара. То есть, как бы, мысль была только одна. Как так, что, я хочу вот тоже быть на кассете с чуваками. То есть, вот, там, ну, как бы, я не видел, что будет в конце этого пути. И не мечтал о том, что у меня сейчас, что чего уже достиг, но думал, что играть это просто необходимо. Гитара стала для себя своего рода путеводителем. Путеводителем, да. Я, ну, как бы, то есть я пытался, с чего начинались уроки? Я брал акустическую гитару, не было ни примочек, ничего. И пытался выбить звук, чтобы она трещала из акустики. Прям выколачивал. То есть и всем, собственно, начинающим гитаристам, я говорю, вам сначала надо поставить правую руку, надо научиться высекать. То есть, когда ты просто, чтобы вот дерево пело, оно прям ныло, когда оно будет плакать, то ну, уже можно брать электрогитару. Вот, так как электрогитары у меня на тот момент, конечно же, не было, я высекал все из акустики. Дальше я придумал такое новаторство у меня было. Я нашел старый микрофон МД электроника, такой квадратненький маленький с встроенным проводом, с, собственно, таким еще штекером. Сейчас уж таких, наверное, не встретите. 6 штриков, такая была штука-дрюка. То есть я, короче, крепил на корпус под барабан, то есть, ну, под дырку, из которой выходит звук, я крепил, короче, этот микрофон скотчем. Вот. Затем я его втыкал в магнитофон. И дальше что я делал? Самое интересное, я нажимал на записи на паузу, то есть магнитофон через усилитель вводил на колонки и перегружал в входной каскад, короче, это магнитофона. Вот. И то есть у меня получался уже дисторшн был. Я уже слышал перегруженный усилитель магнитофона. Вот. И как бы таким образом я учился играть. И я так понимаю, ты еще сделал свои первые эксперименты в сфере вот, работы со звуком. Ну да, не, ну как бы, конечно, я все это записывал на кассету, все это тестировал, там, да, там как-то это все. До тех пор, пока не познакомился с одним кексом, с которым мы уже замутили тогда группу. Вот. То есть, как бы моя деятельность расширилась, то есть я этим занимался уже не один, а мы занимались вдвоем. У него был более совершенный магнитофон, он мог записывать наложением на кассеты. То есть, и у нас уже была практически домашняя студия. То есть мы брали с кассеты на кассету, переписывали, и во время того, как звук с одной кассеты переписывался на другую, посредством включенного микрофона можно было подмешать еще на записывающую кассету еще один звук. То есть, ну, соответственно, как бы миксовать все приводилось в реальном времени, то есть непосредственно на колонках, то есть или в наушниках. Вот, таким образом, переписывая с кассеты на кассету, ухудшая качество, мы могли добиться там записать много-много сверху наложений. То есть, да, барабанов у нас не было, у нас была ритм-машина, которая играла два или там три ритма, и вот под это все делали с первой записи. То есть. Руслан, расскажи о своем первом инструменте, что это вообще был за аппарат?
Моя серьезная первая электрогитара, это был какой-то самопальный ACP, на котором было написано ACP, типа. Вот. Ужасная деревяшка, но как это сухая. Достаточно удобный гриф. Вот, с Floyd Rose, все. Такое, все такое. Ее все время вело, она расстраивалась. То есть мне. Ну, я учился на ней, всекал первые свои как бы звуки. Вот, но это такой же жестко паленый инструмент, вообще адовый, то есть это, ну, который куплен был за $250 на те деньги. Вот, это был конец 90-х, вот, это были такие сумасшедшие деньги, то есть и мне приходилось выпрашивать у мамы их очень долго. Вот, и когда я стал, меня уже приняли в группу, меня приняли в грайндкор группу вокалистов, меня пришел на прослушивание, меня взяли вокалистом, взяли рычать из толчка прям. Ну, вот, я говорю, а я еще умею играть на гитаре. Они такие, да ладно, ты хорош, чувак. Ну, так как сами не умели играть, и я не умел играть, то есть все, что я сыграл для них, они сказали, все, годен, и будешь еще и гитаристом. Я получил вакантное место, гитарист, вокалист в грайндкор банде Angel Frog. Мы пели про кишки, бухло, раздавленных старушек там, ну, все, что во все, что положено грайндкор банде. А затем, я так понимаю, появилась группа «Меланхолия», в которой ты играешь по сей день, да? Нет, после этого как бы, ну, начались более углубленные эксперименты со звуком. Я купил первую в своей жизни примочку, вот, трэш-рок она называлась. Компания СМБ на тот момент была, она это только организовалась. Это был 97-й или 98-й год. Вот, и у меня была первая примочка, которая звучала круче, чем у всех. То есть это был пик вообще. То есть она был, у нее самый брутальный звук был, но я еще более ее убруталивал. У меня был такой фленджер советский. Я, короче, волну убирал, чтобы он не крутился. А звук уже искажался, и получался где-то 800, от 600 до 800 кГц. Был дичайший подъем в низкой середине. И то есть это и придавало еще более брутальности звуку. Вот, и с тех пор начал сочинять музыку, да? Вот. Начал сочинять музыку, мы начали сразу расходиться во мнениях, то есть бухло и кишки меня не устраивало, я тогда был моден Doom, и мы постепенно трансформировались в группу Last Angel, в которой потом уже трансформировалась в группу Меланхолия. Отсекались, скажем так, как это правильно сказать, отсекались разгильдяи и негодяи, то есть, а все нормальные чуваки, которые хотели ходить, ну это как в церковь, в общем-то, ходить, вот тот ходит в церковь, и там кто-то пням молится, а мы на гитаре играем, короче, вот, тут все просто. Вот, это та же самая тема, то есть, такие же фанатики, то есть, да, вот, и вот, ну, и дальше они все собирались в кучки, и группа получила название «Меланхолия», то есть. И, как любая развивающаяся группа, вы дошли до записи первого альбома. Расскажи, как проходил процесс и с какими трудностями ты столкнулся, поскольку я помню, ты записывал самостоятельно. Это был полный вообще. Пип, короче, да? Вот, это. То есть, это была первая запись, то есть, ну, надо было научиться делать все. Барабаны мы писали вот в этой же, как бы, студии, до того, как она еще стала Майнкрафт студией. То есть, да, это был ДК, здесь не был ремонт, были такие голые обшарпанные стены. То есть я вошел в эту комнату, и тут я репетировал несколько групп. То есть все просто приходили в ДК, там скидывали деньги в котел там общий, который там был у директора. Вот. И она давала нам ключи, и все тут тусовались. То есть я вошел сюда, здесь надо сделать студию, короче, да? Вот. И чуваки такие мне из другой группы, да ты че, сумасшедший, ты знаешь, что тебе нужно для этого $50 000? Я такой, да хорош, чуваки, да можно же просто начать. Ну и в общем мы начали. Соответственно, по мере того, как мы начинали, рыпались, правильно ты сказал, подмять тусовку. Те, опять же, слабаки начали отваливаться сразу, моментально. То есть сильные присоединяются, слабаки отваливаются. То есть, да? То есть мы собрали какой-то ламповый аппарат непонятный, какие-то непонятными динамиками обложились. И я на свою примочку трэш-рок. То есть, нет, это уже был не трэш-рок. Мы тогда познакомились внезапно, случайно познакомились с создателем этих примочек, Сергеем Михайловичем Богучаровым. Вот. И как бы он на тот момент проникся и сказал, мужики, я сделаю для вас специальные ламповые педали, которых не будет ни у кого. То есть, и вот это вот не будет ни у кого, то есть, оно практически заложило основу делать не так, как все. То есть, искать собственный путь. То есть, и все время я всем повторяю, не надо, я могу вам показать, объяснить, как, чего это у меня, но у вас будет по-другому. Ищите свое, потому что именно ваше, да, даст вам ваш уникальный, скажем, музыкальный путь. Вот, и начали экспериментировать. Был пульт, у меня воспоминания такие смутные. Я сейчас просто по пунктам. Доширак. Кока-кола, кофе, шахматы, дальше пошла гитара, динамики, старый пульт электроника,
двухканальная звуковая карта SB Live. То есть все, все надо было свести в реальном времени. Но барабаны записаны были на восьмидорожечный аддат. Вот. Уже было круто. То есть потому что мы в реальном времени могли все в два канала, в стереопару, методом прослушивания уже загнать. А сводили все на музыкальном центре LG. Это был прям вообще финиш. То есть я когда включал его, он вообще никак не звучал. Валила одна середина, ничего не было вообще. То есть приходилось ползать. То есть было отслушано тонну масса оборудования, масса пластинок западных артистов, да. И под эти примерные настройки, то есть лазя по полу, ища гудящие там моменты, там, ну что-то там крутилось, то есть так, а, на слух, там, а вот это вот круто, вот это, а вот это. Ну, то есть, ну, полное говно получилось вообще. Но зато сами. То есть вот. Ну, не было ничего, то есть как шли медленно ко всему, вот, и выпускающий лейбл, мы подписали на CD Maximum, даже на этот альбом, договор, то есть у нас он был 001 Рус, то есть первая русская группа, с которой CD Maximum заключил договор, то есть потом скипел он после, сначала с нами, то есть вот так вот это было, ну, потому что CD Maximum только начинал заниматься русскими группами на тот момент, а не просто там копировать там это, пиратку из-за рубежа, вот, и... Я принес пластинку на прослушивание, и на тот момент там товарищ один мне такой говорит, ну вот что-то как-то вот ударные звучат там, вот смотри, вот смотри. И ставят мне, помню, абсолютно вообще другую группу, вообще в другом стиле, ставят мне 69 глаз. Говорит, вот смотри, вот эта группа круто продается, вот смотри, как вот у них там звучит. Ну как вообще, о чем разговор-то вообще, то есть, чему говорим-то? Ладно, я говорю, хорошо, я поправлю. Мне нужно было выпуститься, то есть это была мечта там молодого парня выпуститься на лейбле, там вообще там вдруг прям все получится. Вот. Я так понимаю, у тебя еще и мотивировало то, что вы были одними из первых на CD Maximum. Да я просто делал это как фанат, с сумасшедшими глазами, с горящими, и никогда не думал, что там, у кого, что, как. Мне вообще всегда все равно, то есть я просто мне хочется это делать. Руслан, то есть и по мере развития твоей группы развивалась твоя студия? Конечно, после первого же записанного альбома сами. Почему мы стали альбом писать сами? Потому что мы альбом до этого получили неудачный опыт. Мы отдали бабки на студии, а у нас был типа псевдопродюсер, который я вам заплачу, вы только садитесь, пишите. Я бросил работу. Я просто пошел на следующий день и уволился. Просто потому что я понимал, что я не смогу ездить на работу и на месяц сейчас есть студию. Это невозможно. Я сказал, ну, если, как сказать... Музыка мешает работе, работать не нужно. Вот. И прыгнул сом прямо вот с головой, прямо в записи альбома. Соответственно, продюсер слился, студия не отдавала материал, потому что никто и не заплатил. То есть была очень неприятная история. Вот, запись была полное говно, после чего начали писаться сами. То есть, вот, ну, как бы вообще все. Вот. А ну да, это побудило собирать внушительный аппарат, то есть тратить все свои деньги на оборудование. То есть ты просто тупо вот считаешь, так вот. Две коробки доширака и одна примочка. Три коробки доширака и пять шнуров. То есть вот, практически вот так. Вот. И мы провели при записи первого альбома в студии все лето. Сочиняли, писали, все это сделали, написали кучу материала, выбрали лучшие, ну как обычно это все делается. Вот. Ну, очень много. Самая большая ошибка, которую очень хотелось бы сказать у наших групп на тот момент и у многих, это репетирование. Материала. Не надо ничего репетировать. Вот все пришли и давайте репетировать. Чего репетировать? Придумывайте и пишите сразу. Альбом будет записан, потом вы будете отберете песни на концерт и будете их репетировать. Не тратьте свою энергию зря. Потому что это бестолку. Потому что вы будете целый год репетировать песни для того, чтобы через год, когда программа будет собрана, записать весь альбом. Песни протухнут, получится кислятина тухлая. Вообще нет драйва. Надо писать песни, вот только рип пошел. Вот только понеслась там. Все, записал. Записал. Все отлично. Вот. Итак, Руслан, по прошествию времени, скажем так, ты доволен своим результатом и в работе со звуком, и работой с группой? Да, конечно, доволен. Я, уже достаточно большой пройден путь. И в целом, то есть видно, куда идти. То есть это коридор не просто там где-то с маячащим-то там каким-то светом, да. Ты четко видишь поставленную цель, просто
Ну, хочется, конечно, побыстрее всего это достичь, но есть определенное время, на которое нужно потратить и силы, ну, при достижении любых целей, да. То есть до сих пор мы, как бы, я иду к этому, то есть пополняю аппарат, пополняю постоянно, потому что, ну, необходимо следить за звуковой модой по причине того, что если ты не, просто вылетел на обочину, ну, ты не догонишь никого. Это, ну, как бы, все с этим ясно. Вот, и приходится подстраиваться, покупать какие-то новые модели усилителей, садиться какие-то новые гитары, там, пробовать новые примочки. То есть это постоянно, этот процесс поиска, он, ну, он неизбежный, я считаю, что вот, как бы, если тебя все устраивает вообще, и прям ты говоришь, о, все, теперь все круто, ну, наверное, значит, что-то ты не понимаешь. Вот, то есть тут поиск должен быть всегда, ты творческий человек, в конце концов, то есть, вот. Следующий вопрос будет тебе, наверное, не как звукорежиссеру, а как именно гитаристу. Руслан, ты занимаешься тяжелой атлетикой, соответственно, тягаешь железо. И скажи, не возникает ли у тебя трудностей в игре на гитаре после занятий в зале? Да нет, на самом деле трудностей нет, потому что я занимаюсь уже очень давно, то есть практически столько, сколько играю на гитаре, и это абсолютно разные виды нагрузки на мышечную систему, то есть когда-то на координацию не влияет, ни на что влияет. Иногда даже, наоборот, добавляет мне удар в звукоизвлечение, то есть я могу мощно дать... Сейчас многие считают то, что зажимаются пальцы. Нет, не зажимаются пальцы, нет. Там ты берешь там гантели, тренажер, у тебя в одном положении напрягаются руки, и они все время держатся в одном положении, то есть даже, ну, вообще ничего не происходит. Ну, конечно, если ты... Я только что сходил в зал, и через 15 минут играть на гитаре я не смогу, но пройдет час, я остыну и смогу. То есть вообще, как бы... То есть все это миф и... Миф. Это не более того. Так что не бойтесь ходить в зал, качайтесь, потому что сейчас это, ну, как бы, с животом или там дрящом выходить на сцену, ну, вообще не айс. Ну, как бы, должны пример показывать. И самое главное, это увеличивать срок жизни, да, организма. То есть ты можешь выходить там в 50, а все будут думать, что тебе 30. Итак, дорогие друзья, Руслан нам расскажет о своем оборудовании, на котором он кует звук и сдают жару. В общем-то, собственно, я использую на данный момент несколько гитар. Вот это вот Dean Grand Sport, такой под SG вариант, такой гипсоид, который встроит до. Какое отличие от гипсона? Ну, лады просто адовые, просто с мой большой палец толщиной. За счет этого я могу строй опустить, поставить толстые струны и выколачивать. Но, как бы, ребята, не забываем, что самое главное в гитаристе, с этим все понятно. Можно пилить, нарезать, надо высекать, надо бомбить. То есть нужно сделать так, чтобы басист не слышал себя. То есть вообще не слышал. То есть из-за того, что ты валишь так его прям, чтобы... с этим все понятно. Главное посильнее. Ну вот. Ну и, конечно, контролировать. Нужно четко знать, какой медиатор выбрать для себя, как его заточить, да, то есть и при ударе, насколько ты будешь его опускать, сколько захватишь струн, какой аккорд возьмется у тебя при этом. Об этом надо думать. Собственно, ну, стандартный гипсоид надо греть обязательно. Потому что, ну, как бы не греешь, звук клевый такой, он роковый. Для этого я использую скример. Мне очень нравится скример Shiftline. Ну, как бы не потому, что я рекламирую Shiftline, потому что действительно крутой прибор. Здесь очень много настроек и вариантов звука. Порядка 45 все разных переключений. Вот. А также идут с ним сменные чипы, идут с ним. То есть ты как бы устал от этого искажения, там, да, вот там. Предположим, да? Снял заднюю крышку, заменил чип. Вот. Все по-другому. Чуть-чуть, но по-другому. И опять все кнопочки работают по-другому. Ручечки все. Все иначе. Вот. Далее, как у меня вообще устроен саунд? Звук через этот волшебный кабель. Кабелю надо уделять очень большое внимание. Это Armor Gold, америкосовский.
Вот. В тестах, в слепых тестах, практически убирает Вовокс, но стоит в 3 раза дешевле. Вот. Тоже прошу запомнить. Вовокс очень крутой кабель. Но Armor Gold середину тащит круче. Вот. Дальше звук поступает у меня вот в этот прибор. Это от Morpheus, компании Morpheus Drop Tone. Polyphonic Pitch Drop. То есть он опускает мне по полтонам звук. Сейчас смотрите. Самый крутой, не искажающий, как бы, шифтер. Ну, то есть я просто использую, потому что я часто ухожу вниз и как бы внизу ковыряюсь, там копошусь, практически с басом там в одном регистре. Нравится мне так. Руслан, скажи, что для тебя самое главное в звучании? Звучание самое главное — это правая рука. Сначала надо. Как это, заводишь, короче, ты эту лодку моторную. Джж, вот если мотор не заведешь, все, правая рука размята, все, может молотить, все. Дальше там уже там вспоминай, что надо нажимать. Именно так. Не надо знать нот, надо знать, что нажимать, короче, слышать это, все. Как бы это вот, ну, как мой подход. Вот. Дальше уже начинаются эффекты. Эффекты — это. Я делю эффекты на две части, которые у меня идут паровозом до, скажем, до усилителя, да? И эффекты, которые подсоединяются send return. То есть, это, ну, как бы, пространственная обработка. То есть все искажающие, понижающие дела, также квака. Вот, она ставится до, то есть паровозом. То есть звук проходит через них. Вот. А, и также я использую вот очень крутой прибор MicroPoke от Electro-Harmonix. Но это уже эффекты, которые идут в send return вместе с дилеем. Туда же подрубаю от TC-шки лупер. Вот, соответственно, вот эти пространственные эффекты, микропок, дилей, лупер, фейзер, я ставлю в send return, потому что они, ну, эффекты, которые должны использоваться после преампа. Вот, потому что сначала тебе нужно собрать звук, создать его, сначала тебе нужно его выбить, затем он должен сформироваться, вот, и дальше уже эффекты, вот. А понижатель, квака, грелка. Ну, и также я ставлю термофуз, потому что я использую либо грелку, либо термофуз. Фуз тоже клевый. Вот. Я ставлю до, то есть они поступают в преамп. Вот. Итак, Руслан, у тебя достаточно вот внушительный борт. Скажи, не было ли желания приобрести еще что-либо? Конечно, я думаю о втором борде. Просто с другими, совершенно с другими эффектами. Или, скажем, взаимозаменяем. Вот мне сейчас, например, очень дико нравится педаль от Electro-Harmonix Organ, вот, которая, ну, является, ну, как бы, основой была микропок, вот этот, да, с октавами.
такой навороченный, и там вообще звучит как практически клавиши, как орган, то есть вообще очень все клево. Вот. И думаю, что будет скоро второй борт. И так, что там планируешь помимо? Я просто, у меня будут, будет обязательно педаль громкости, квака другая, какие-нибудь волшебные эти штуки по фузам, чтобы, ну, чтобы можно было клево вообще там заморочиться с грязью, чтобы просто можно было выйти и, короче, час пилить одному просто грязь, и никому это не надоест, чтобы вот так все было. Ну и какие-нибудь, может быть, гитарные синтезаторы, потому что, ну, очень нравится мне, как это все звучит. Вот если это правильно в петлю засунуть, и если у тебя еще хороший барабанщик, то считай, группа добилась успеха. А также я использую другие немножко инструменты, я сейчас расскажу о них. Расскажи, пожалуйста, вот как раз таки сегодня. У тебя не один инструмент в руках, а. Да, я обычно в своей практике, вот, ну, по последние 4 где-то года. Нет, вру. Последние где-то 3 года гоняю с этими инструментами. Вот это Ibanez, то есть AX 99-го года, еще, вот видите, F, завод Fujigen. Все делалось на одном заводе, и потом по разным палаткам все. Это назовем так, японцы хитрая нация. Ну это чисто такая, мочить металл. Вот, крепление сквозь деку. Здесь кранчлап петрушевский, хороший датчик, кстати. Здесь я ничего не менял. Вот. Он без грелки довольно-таки клево вообще молотит. А иногда можно и октавку вниз. Такая штука. Это прям, ну, металлист. Я его называю металлист. То есть на нем надо прям. То есть и такие вот всякие угарные треки на нем звучат. И расстаться ты с ней не планируешь? Не планирую. Меня как бы устраивает вообще. Я смотрел просто весь современный рынок, меня не устраивает новый Ibanez. Я не знаю, почему мне не нравится. Мне как бы и форма. Ну, я мальчик не маленький, мне нравится вот эта джапастая, такая здоровая, это лопатища такая, вот. Ну, как бы все удобно. Мне здесь все удобно. Я живые рифы высекаю. Особо соляки здесь вот не поиграешь, вот в этом регистре. Где-то здесь еще можно что-то попилить. Здесь не очень она поддается, да. Ну, мне хватает. Я пою и играю. Вот. То есть это, ну, это металлист. То есть и очень хороший у него нек. Ты используешь достаточно, ну, доступные простому смертному инструменты. Вот, расскажи про свое отношение ко всяким кастомам. То есть нужно ли это современным людям, или все-таки можно играть на чем угодно? Куда? Если бабла хватает и мозгов, то берите кастом. А если мозгов нет, а есть бабло, не берите кастом. На самом деле, высечь звук можно из любого инструмента. То есть гитара сама тебя увидит. Она, вот ты возьмешь ее в руки, например, хочешь купить инструмент, пошел в магазин. Ну, ты пощупай ее, поговори с ней. Просто вот возьми, даже можно не играть на ней. Она прям говорит тебе там, чувак, там, ну, бери меня, то есть доведешь до ума. То есть, да, вот прям берешь, ты где-то там что-то пым-пым-пым. Ну, вот она разговаривает с тобой. Все, это твой инструмент. Если ты этого не услышал, бесполезно. Иногда бывает так, что дорогущий кастом с тобой не разговаривает. Как раз к кастому перейдем сейчас. Вот как раз и расскажешь. Да. Ну вот, есть очень-очень интересный экспонат. Это гитара Burns London. Маленькая английская компания, владелец которой скоропостижно, как я понял, закончил свои дела. И продал ее, ну, бизнесмену, дяденьке, который решил реанимировать все это дело и поднять производство гитар именно того винтажного типа.
Вот, и ну, что можно сказать? Все говорят, а что за инструмент, что за инструмент? Ну, как что, Брайан Мэй, короче, и Элвис Пресли. Вот два имени самых ярких, которые играют на Берс Лондон. Тебе еще посчастливилось стать эндорсером этой фирмы. Да, мы искали для прошлой пластинки, мы сделали роковую пластинку, да, такую, нам нужен был мягкий звук. Фендер покупать вообще никак не хотелось. Ну, все было понятно с ним, все с ним ясно, с Фендером, да. И тут прям иду по музыке Москва, выставки, дяденька мне такой, тш, такой прям, как из кино «Адвокат дьявола», прям вот так же он выглядел, прям тш, такой мне такой говорит, чувак, смотри, какая штука. Вот, я такой, что за вообще говно? Что такое? Вообще, зачем мне это надо? Он такой, возьми, говорит, на студию, ну, я с ним разговаривался, познакомился, возьми, говорит, на студию, потестин. Все, я приезжаю на студию. Это, беру струн тонкие, девятка. Такой, сопли, не могу вообще извлекать звук из них. Думаю, что делать? Надо перестраивать вообще всю технику. Такой, весь напрягся, такой панцирь раскрыл. Вот. И... струны тонкие, натяжение мощное, машинка стандартно все, да, там с пружинами, все там Floyd, свой тип электроники, вообще не похоже на что. Все эффекты за счет этих тонких струн и натяжения звучат круто. Вот как октавер звучит. Грелка. Очень клево стреляет. И вроде бы Fender, а вроде и не Fender. То есть такой модерновый вариант с Fender. Да? С эффектами просто сказка. Но, каково мое удивление было, когда я включил грязный канал. Датчики вместе. Вот, уникальная электроника. Расскажи, пожалуйста, вот, об этих датчиках. Split Sound. Включает сразу три датчика. Собственно, бас, этот датчик, ну, treble средний и Wild Dog. Вот этот вообще такая классная штука такая будет. То есть вот такая вообще очень яркая штука. Ну и, соответственно, варианты переключения там волшебных катушек. То есть, соответственно, я играю на Б, он более мощный. То есть, ну, вариант А, он чуть-чуть потащее звукан. Ну, рокобили. То есть вот очень, очень интересный инструмент. В микс ложится очень круто. Вот. И, говорю, звучат клево все эффекты. Можно прям. И самое что интересное, вот эта штука, я прям беру, короче, понижаю на октаву, октава звучит одинаково вровень с громкостью клина. Грелку, бля! We'll be right back.
оркестр получается. Просто вот, вот тебе, пожалуйста, тонкие струны. Потому что многие металлисты, проходя в тот злополучный день, угу, послали дяденьку далеко. Но мы послушали «Адвоката дьявола» и взяли вот такие рогатые гитары себе на вооружение. Такой же у нас есть бас, Бенс Лондон, и еще одна гитара у гитариста нашего, по-моему, не помню, какая модель, Marvel. Короче, с нулевым ладом. То есть, что тоже немаловажно. И придает определенный шарм звучанию. Как раз ему для соляков, чтобы адские тучи раздвигать. То есть, выпускать демонов на волю. Руслан, следующий вопрос такой. Как ты относишься к 8-струнным, 9-струнным и 10-струнным гитарам? В общем, если, чуваки, вам нужно 8 струн, вообще 8 струн, и вы используете все этих 8 струн, и можете правильно настроить звук на этой гитаре, чтобы я не слышал, там, две струны из восьми, тр-тр-тр-тр-тр-тр, как бывает иногда. Вот, вот, пожалуйста, я сейчас вот-вот на 8 струн, вот. Ты нажал. Да звучит даже еще ниже по саунду. То есть, если, короче, ты лупишь по всем, и у вас есть джазовые элементы какие-то в вашей музыке, и вы самый сумасшедший чувак, то ты победил. А если нет, зачем это покупать? Ну, я считаю, что смысла нет. Можно на шестерке все дать. Семерка просто позволяет, ну, вариативность аккордов просто реально интересную. То есть, вот, как бы. А если ты, ну, 8-9 струн туда вниз, как бы, ну, опусти этот строй, там, ну, там, обзаведись эффектами, он. Купи там какой-то это. Ну, я как-то так настроен, именно если ты профи, то класс. А если нет, то зачем берешь? Сейчас Руслан расскажет, через за что приходится проходить многим музыкантам у него на студии. Итак, Руслан. В общем, чуваки, дело такое. Дело темное. Что я хочу сказать? Я использую PC, потому что нет у меня понтов, в общем-то. Вот. PC. Mac, разницы нет вообще. И не слушайте никогда, если вам кто-то будет промывать мозги насчет того, что система Macintosh пишет звук круче. Она не пишет звук круче, она не может писать звук круче никак. По причине того, что оцифровщики и для Windows, и для системы Leopard, MacOS и там все так прочее, они как бы одни и те же. То есть звуковая карта, вот, да, вот у меня Sony Core, например, у меня немецкий, да, я китайским не пользуюсь. Вот, пум, включился, вот. В общем-то, оцифровщики одни, они подходят и под Mac, и под PC. Поэтому в чем вам удобно работать, вообще в том и работайте. То есть, главное, это ваши уши и ваше восприятие саунда. Вот. Главное. Так, по гитаре. Я часто пользуюсь вот таким вот агрегатом красивым. Это кастомный кабинет FAT, который собрал, с динамиками Fain 212. Просто очень клево пишет звук, если вот вам надоел Селешин, например. Если вам Селешин совсем надоел маршалоидные звуки ваших пластинок и любимых артистов, и вы же ищете что-то свое и хотите отличиться и быть самым крутым, выбирайте свое. Так, ну и, собственно, аналоговый пульт, обязательно аналоговый пульт. Цифре не доверяем до конца. То есть существует два пути: аналоговый и цифровой. Вот. Я выбираю как бы аналоговый, причине здесь много разных ручек. И вот сегодня у меня настроение такое, я добавлю чуть больше низа, например. А завтра у меня настроение будет другое, я вообще перетну в другой канал и добавлю гейна, например, да. Это музыка, понимаете? То есть она должна быть пестрая, красивая, то есть ваша музыка, она должна быть просто красивая. То есть все песни должны быть разные. Вот, а иногда приходит человек и говорит: вот давайте сейчас вот одну песню сведем, а потом все под нее настроим. Это вот ошибка. Ну, на мой взгляд, это ошибка. То есть, тем самым, ты получишь лучшую песню на альбоме и закос под нее. Руслан, расскажи, пожалуйста, про мониторы, которые ты используешь. Я, короче, уже почти всю свою карьеру, как купил, использую мониторы Elesis, монитор One второй серии. Вот, по причине того, что эта модель уже выпускается более 10 лет, и до сих пор продается и котируется. Они пассивные. Чем пассивные отличаются от активных? Пассивку чувствуешь жалом, то есть практически диафрагмой чувствуешь низ. Если ты низ не чувствуешь ни пассивкой, ни активкой, отдай человеку другому сводить. Вот. Как бы, который чувствует. Тогда все будет хорошо. Обращаю внимание на низ в гитаре. Низ в гитаре должен быть. То есть басист басистом, но низ в гитаре должен быть. Вот.
Следующий вопрос будет касаться непосредственно молодых музыкантов, которые считают, что дома можно уже записать что угодно. Что ты можешь сказать на сей счет? Нужно ли идти людям в профессиональную студию или нет? Да нет, на самом деле профессиональная студия нужна для того, чтобы записать круто исходник. Все свести можно и дома. Но исходник дома не запишешь, соседи не дадут. Вот, никак. Вот никак не дадут. Барабаны битые, это что такое битые барабаны? Мы про битый барабан здесь говорить не будем. Этот вопрос закрыт. Это вот. А как бы, если хочешь живагу хорошую записать, надо записать просто нормальные исходы. То есть гитару поставить, нормальное количество микрофонов, снять микрофон, снять звук с микрофона из-за кабинета, например, да, там, или из другой комнаты отлет. Ну что-то, короче, поэкспериментировать. То нужно создать то, что сделает вас уникальными, что сделает вас отличными от других. Следующий вопрос коснется того, что, как считаешь, ну, ты записал уже очень много людей на своей студии, и, насколько мне известно, многие издавались и за границей. Как считаешь, реально ли сделать у нас сведения, трекинг, мастеринг достаточно качественные? В России, уже давно делают не хуже, чем на Западе, вообще, и трекинг, и сведения, то есть это, ну, все в первую очередь зависит от самих музыкантов, которые должны четко представлять поставленную задачу, что они хотят получить, как они хотят получить, и как можно доходчивее объяснить это саунд-продюсеру, если он является звукорежиссером, а если у группы есть свой саунд-продюсер, тогда все в его руках, то есть, да, он сделает все правильно. Вот, так что, ну, Россия уже давно вышла на мировой уровень, и не надо тратить бабки бешеные, ехать туда, там, например, получить плоский теплый финский звук. То есть, все это фигня. Да, все это фигня. Как считаешь, обязательно взаимодействие музыканта и звукорежиссера во время записи, или можно работать дистанционно? Во время сведения, опять же, того же самого. Ну, все зависит от первое, от вашей платежеспособности. Вот на самом деле, все хорошее стоит дорого. То есть надо, главное тоже, опять же, деньги отдать не, если сомневаешься, да, и денег у тебя мало, сделай все сам. Набьешь шишек, но зато получишь опыт. Вот. А если, средства позволяют работать просто на студии с продюсером, и особенно с тем человеком, который ты им доверяешь, там, да, то, конечно, это надо сделать в студии, в спокойной обстановке, без нервяка, через волшебный лес, то есть все будет очень хорошо. Итак, наше интервью подходит к концу. Руслан, скажи свое напутствие начинающим музыкантам, которые только собираются перешагнуть порог студии, что им нужно делать, чтобы избежать ошибок? Я, считаю, что нужно очень много времени вкладывать в себя. На самом деле очень много заниматься. Больше, чем они себе представляют. То есть выкинуть вообще все из головы и четко соображать, что это либо профессия, либо хобби. Объяснить себе самому в самом начале. Если ты действительно хочешь, то у тебя все получится. Но нужно очень много заниматься и упорно идти к этому. То есть все у вас будет. И не забывайте, что вы уникальный, единственный в своем роде, и лучше вас нет никого. Итак, дорогие друзья, с вами был Алл Даймонд и Руслан Масленников. Пока!